На Магнитогорском металлургическом комбинате последовательно реализуется программа ремонтов различной степени сложности в доменном цехе. Целью является обновление технологий, увеличение объемов производства, повышение производительности. Очередной пусковой объект программы – четвертая доменная печь, рассказывает Александр Власюк. В начале года состоялось обновление 9-й доменной печи. Сейчас завершается ремонт 4-й. Это капитальный ремонт 3-го бис-разряда. По оценкам специалистов, наиболее сложный, требующий высокой исполнительской дисциплины, качественной координации всех участников. Комплекс работ, в первую очередь, это замена кожуха шахты печи, 100%. Это замена обстановочных блоков горна. Это новая футировка шахты методом торкретирования. Ну и, конечно же, это ревизия всего горнового оборудования. Четвертая доменная печь – второй объект, на котором объединенная сервисная компания выступает как генподрядчик и организатор всего комплекса работ. Объем на 9-й доменной печи он был поменьше. Здесь он и по затратной части, и по весовым характеристикам, которые сдемонтированы и смонтированы, объемы на порядок выше. Трудозатрат больше, но мы все равно стараемся работать эффективно с минимальными ресурсами по привлечению субподрядных организаций и в том числе эффективного использования персонала нашего ОСК. На этом ремонте объединенная сервисная компания продемонстрировала все преимущества, которые закладывались при создании этого крупнейшего специализированного дочернего предприятия Магнитогорского металлургического комбината. Высокий уровень компетенции, что позволяет минимально использовать сторонние ресурсы. 7 цехов объединенной сервисной компании обеспечивают здесь выполнение большей части необходимых работ. Возможность оптимального планирования, в результате чего на площадке работающих стало меньше, а темпы работ возросли, поскольку никто никому не мешает и никто не сидит без дела. Персонал планируется таким образом, чтобы работа не останавливалась и не было режима ожидания у персонала. Это сложно 60 суток, каждые сутки вести данное планирование, контролировать и добиться нормальных результатов по времени и по качеству. Да, эта система работает. Помимо эффективного использования инструментов организационного характера по программе «Эксперт ОСК» используются новые современные технологии ремонта, такие как шот-торкретирование, напыление специальной огнеупорной массы, что позволит увеличить производительность и ресурс печи.